Ну и обычную ложку. Уже дров 10. А смотри, вилла далековато там получается. Загнем 10, умоляю. Тут тоже красиво. Пойдем, хватит. Давайте с фото хочешь. А у вас виллы где? Здесь находятся, ну, да, вот или они ниже? Разбросаны, видите, крыши. Да, у нас 108 вилл. Вот, а 108, здесь... 108 вилл у вас, да, уже, да? Да. Я понял. Резорт тоже большой там. Да. Резорт ближе к океану, что есть плюсом. Да. Да. Здесь у нас приватная зона, здесь только гости виллы. Но к океану должны будут возить, да, получается? На баге. На да, баге, вот как да. Сейчас мы вас отвезем, да, машину. А виллы бывают вообще, которые ближе к океану? Нет, прямо Ocean View нету? К океану у нас, ну, Ocean View есть, вот отсюда как да. бы открывается Ocean View, да. есть такие виллы. А которые прям с выходом в океан нету, да, наверное? Нет. Да, с выходом в океан, на первой береговой линии у нас отдельно корпус люкс стоит, из The Mulia называется. Ну, просто Mulia, да, который да. идет. У нас просто Ocean View будет, и у нас номер, мы в Royal Suite, по-моему. Royal Suite. Да. Royal Suite отлично, они поближе к океану, хороший, просторный номер, да. Главное, чтобы... Повыше вас. Да, мы попросим сейчас, чтобы нам побольше, повыше номер дали. Но это уже как договоримся там. Как правило, стараемся. Звонил туроператору, чтобы она им на английском сказала, что им надо не хороший вид, но не без шума. Хорошо, а лучше тихо, но с севью, да. Но у них Deluxe Garden. Нам вообще вниз надо было идти, но я хочу пойти посмотреть, пока не против. Пожалуйста. Симпатично, да? Тебе нравится? Хотела лакшери, получи. Мы же старые евреи, знаешь. Вы понимаете? Как узнаешь, сколько они заплатили за этот отдых, ты охренеешься. Я думаю, они заплатили 1007 за неделю, или 6 за я. Мы заплатили 1,5 за 8. Но у них, может быть, все включено, но это такое. Ну, красиво пока. Наш где-то вот... Я не понимаю вообще, чего вот такая акция. Зай, я тебе зачем? Нет, вообще. Что я молодец, это понятно. Ну, мне нравится вот этот чувак в ковбойской шляпе. Это видно, что это америкос. Он, да. Это америкос. Я даже или, в Техас. Или австралийцы, или американцы, может быть, вообще. У нас 7 этаж, по идее, будет ну, хороший вид боковой. У нас какой-то либо этот корпус. Нам дали бесплатный коктейль, пошли бухать. Что мы сидим? А то мы от первого отеля это не ходим. Что мы сухаримся. Ну правильно, видишь, не подготовили номер, хотя они не обязаны были подготовить его до 2 часов. Я думаю, welcome. Да, я тоже так думаю. А номер уже сам дали? Да? Нет. Скажи, а он тебе нам ничего, кроме этого, не дал? И багаж он забрал. Багаж он забрал, он пришлет нам смс-ку, либо имейл о том, что готов номер. Если 2 не готовы, то уже можно уйти трандеть. Ну, я думаю, успеет. Поможем уже еще один дринк требует, потому что мы пьем быстро. Я же правильно сказал, вниз он сказал и налево потом. Я не слышу. Мне пока все нравится, видно, хороший отель. Вообще лучше считается, там, по-моему, максимум может быть Кемпинский, я не уверен, что дороже. Ну, наш номер, если на букинге, я смотрел 3 за 8 дней. Завтрак. Только на сайте официально так. Да. Просто за 4 дня заплатили. Я думаю, слева похоже на рестик. Джон Харди какой-то это. А, нет. Он сказал, выходишь и налево. Погуляем.
Я не вижу пока тоже. Я его пока не вижу. Там был вообще бар? Там на втором этаже я видел, вверху. Пошли прогуляемся, сейчас придем обратно. Там уже басики начинаются. И я понятия не имею. Ну, там вряд ли есть бар. Что на второй? Ну, да, я думаю, понятно, тут тоже можно. У нас есть... Русских будет много, я думаю. Ну, так. А они работают? Окейшки. Посмотри. Courtyard pool. Вон в бар. Идем? Идем. И ты красивая. Ничего так. Такой длинный бар, в котором ничего нет. Куда надо плыть? Это дегенераты, да. Это есть красивые, как любят Алиса. Вещи. И нет бара, к которому мы можем подойти. Можно найти мусят, да. Да. В детском бассейне, да? Класс. 72. А еще я хотел бы где-то поесть. Но здесь, походу, нам это не удастся. Hello. Ура, мы подошли? Ну все, пошли. Пошли дальше. Пойдем на бассейн, бар, это он. Я не против, ты же хочешь куда-то дальше? Здесь ничего не сделаешь. Я же вижу, да. Не, коктейли сделают, просто они оттуда их носят, зачем? Да? Пошли дальше. Маленький гундос мой. Посмотри, Дай. Я? Ты что, охерела? Класс. Ты не знаешь, куда нам идти. Че ты меня водишь? Веди меня есть. Ты такая, да? Веди меня где прохладно, коктейли и еда. Нигде ее. В Запорожье. Пошли уже к бассейну туда дальше. Это пиар. Наш новый пиар. Пиар. Скажи. Маленькая зануда. Пошли. Солей, лошен пул. Веди меня к океану. Да? Запастый друг, лучший новых двух. Вот прикольно, если нам надо идти обратно потом. Ну, потом так и будет, да? Потому что нам дадут ключи там только, да? Выпила свой моктейль и успокоилась, да? Да.
Давай, давай, я жду, когда ты начнешь это рассказывать. Давай, я тебя сам подзаведу. Вот это я спросился Максим Лапа. Нет, надо же использовать ум. Макс, это для тебя. Да. Конечно. Поэтому ходите или слушайте. А мне нравится все, мне нравится, я хожу. Я тебя пижу, тебе нравится? Хорошо. Конечно, я же привык, Зай. Это же то новое, он с Алейл может пойти, это самый дорогой рейстик. Супер, да, мы идем? Да, идем. Он закрыт, видишь, не знаю. Эй, моя жопа, я пойду на бассейн. Пошли в Салейл, поедем. Да? Пошли посмотрим, да, вначале. Фу, какая-то жопа, бываешь, ушастая. Пошли уже смотреть. Вот. Соленый? Поесть, я вижу. На-на-на! Нравится тебе? Нравится? Можешь кататься в этом бассейне? Конечно. Что, пошли в Брестик. Я приду, иди садись, я приду. Возьми мой рюкзак, я приду. А как сюда зайти? Я видел, там вход пошел. Лепёхи одни. Ира уже прыгает. А прихожая. Я слушаю какую-то страшную музыку, прыгает по постельке. Красиво упал, красиво. Как тебе номер? Отлично. Ты что, охренел? Он шикарный. Шикарный здесь ты, а номер отличный. Ой, спасибо. Гардероб. Это Ира на кровать. Это прихожая. Для гостиной охренел, поймешь. Здесь ванна. Где настоящая. Тут душ, туалет. Туалет, говорят, тут веселый, кстати, Ир. Оп. Не успел показать, сейчас еще разочек. Это наша патио. Если я с ним справлюсь, конечно. Здесь мы будем отдыхать. Это вся территория отеля. А это самое главное. Вид на океан. Здесь у ребят бассейны на первом этаже. У нас десерт. Что ты говоришь? Да, вода и здесь есть. Самое главное, не показалось бы, да. Это супер-пупер. С какими-то... Да, конечно, у нас тут ничего бесплатного нет. Сам открывает.
Землетрясение прошло сегодня. Вроде все жили. Большой срач. Самое смешное это вот это вот. То-то. Молодец, то-то. Это карапузка Ирина Владимировна. Оператор заработал. Спасибо. Хоть какие-то деньги получают тут. Ирина. Где цунами? Что? После землетрясения же цунами должно быть? Нет. Это не взаимосвязанные вещи. Да. Нет. Землетрясение, которое подводное, оно приводит может, к цунами. Это что? Вижу, как посыпалась вон штука. Трещины пошли. Вроде все живы. Посмотри, какая магнитуда была бы. Да, я понимаю, что на нижнем было бы хуже. Парусность. У нас будут похожие поручни, я думаю, да? Ну, из такого же материала. По стеклу. Мы идем кушать. А? 8.49. Уже все съели, Ир. Там людей копается. Все же кушает. Хорошо. А? Очень активно.
смотреть на эту камеру. Камерка. Кушать хочешь? Можно. Надо зайти сейчас будет потом на лобби, узнать, во-первых, за интернет на них наворчать. Ну, все равно наворчать не хуже будет. Two. I have your number, please. 27. 49, yeah, indoor. Indoor, yep. Yeah, table, yeah? Yep. Thank you. Где я буду тебя снимать? Good morning. Ну что, куда нас сегодня посадят? Тут что-то жарят. Это китайский уголок. Я жарю, это китайский уголок, говорю. Да. Это индонезийский, индийский фрукт. А это индонезийский, да. Я сейчас еще раз пройдусь, ты не волнуйся. Это хлебобулочное изделие. Здесь яичная станция. Да? Люблю людей с утра поснимать. Здесь орехи, сыры. А нас все время сюда куда-то пиляют. Не очень красивым людям. Thank you very much. Thank you. Ты за сашими побежал? Блин, а набирать одной рукой и снимать это тяжело, я тебе могу сказать. Так, давай, зайчика, ты мне накладывай тоже. Мне салмончика. Штучки 4. И туну. Два? Да, не, чуть-чуть, да, хватит. Пойдем. Все, ты будешь накладывать, а я снимаю. Да? Как обычные. Васаби мне. Так, давай. Мне жадничать. Ладно, я и сам могу. Что-то да и само. Правильно? Не жужжи. Да. Не знаю. Что-то и не нравится. Ты роллы будешь? Спасибо, Ирочка. Капуч не попросили. Здесь сыры. Вещи. Сегодня мы от Эдгашбрауна уже не откажемся, да, Блэйк? Это может быть последний Эдгашбраун в моей жизни. Ну, смотри, собираешься. Нет, в смысле, я взяла один пирожок и беру овощи. Ну, чикен пай будет, и все. Я так не проникся, конечно. Когда скажешь, яичишка.
Да, да, очень. Нет яичишек, зайчик. Ждем, да? А, и все млад. Омлет тоже? Нет, я заказала поэтому. Машочки? Машочки прибежали, может, мы подойдем? Я же голову уже на них накручал. Ты заказала, да? Да. Проси с хлебом и с этим. С хлебом они поймут. With bread and salt. With bread and salt. Четыре, да? Нет. О, там много делают.